Суббота – выходной день, а в управлении жилищного хозяйства многолюдно. Возможность задать вопрос любому специалисту управляющей компании, а в день открытых дверей все на местах, и сразу же решить свою коммунальную проблему выпадает нечасто, раз в квартал. Весь замысел этого дня открытых дверей – это реальная помощь и решение реальной проблемы. Там, пусть она единичная может быть, будет там 10-20 человек, но это нужно оказать эту помощь. И все специалисты находятся здесь. Да. Чаще всего люди приходят в управляющую компанию, чтобы узнать подробнее о начислениях и льготах, а также указать коммунальщикам, где нужно сделать ремонт или благоустроить двор. Ольга Еремина представляет интересы дома номер 4 на Красногорском шоссе. У меня массу вопросов. Первое – это уборка нашего подъезда, нашего дома. Уборщица отсутствует на данный момент. Значит, ремонт. Вот обещают, но не знаю, хочется надеяться, что выполнят свое обещание ремонт подъезда, потому что 20 лет не ремонтировали наш дом. Вот, мы со своими силами складывались, жильцы, и ремонтировали. Вот. И дренаж. Такие вопросы на месте решить невозможно. Они требуют более детального рассмотрения. Это сотрудники управления жилищного хозяйства обещают сделать в кратчайшие сроки. Мы стремимся к тому, чтобы максимальное количество запросов граждан нашу управляющую компанию удовлетворяли в максимально качественном варианте. Как проходит день открытых дверей в УЖХ Одинцовского района, приехал проверить Эдуард Сущенко. Руководитель надзорного ведомства прошел по всем кабинетам управляющей компании и МОСОБЛ ЕРЦ. Увиденным остался доволен. Впечатление положительное, потому что люди приходят, людям оказываются услуги. И та цель, которую мы ставим, а именно в этот день, чтобы двери были на самом деле открыты, и люди могли прийти и решить все свои проблемы. Не только у граждан есть вопросы к специалистам управляющих компаний. Последним тоже есть о чем спросить одинцовцев. Например, о постановке придомовых территорий на кадастровый учет. Пока ни один совет дома не выразил желание это сделать. А это значит, что управляющая компания может следить только за состоянием 5-метровой зоны вокруг подведомственных домов. Уборка и благоустройство всего, что в эту зону не входит, нецелевое расходование – средств граждан. А на сегодняшний день ограничивается возможностью управляющей компании только в рамках многоквартирного дома, в рамках периметра, цоколь и фасад, да, ремонтируется, плюс отмостка, плюс входная группа. А вот земельный участок уже должен ремонтироваться за счет органов местного самоуправления, за счет средств органов местного самоуправления. Жалоб от одинцовцев на работу управляющих компаний района в госжилинспекцию поступает примерно столько же, сколько и от жителей других муниципалитетов региона. Сделать так, чтобы нареканий стало меньше – еще одна цель дня открытых дверей. Чем больше проблем будет решено в этот день, тем меньше будет у одинцовцев поводов жаловаться. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».